Вот и настал первый день выхода на природу в горах на Черноморском побережье Кавказа. Сразу за поселком открывается прекрасный вид на реку и на горы. Гряда гор движется от поселка к самому морю, вдоль реки. Вот 2018-й, поселок Бжит. Это Лапсинский район Краснодарского края. Река Бжит впадает в Черное море. Летом она неполноводная, питается только дождевыми ручьями, родниками, поэтому она неполноводная. Но стоит пойти ливню, и нужно, чтобы он шел не один час, тогда река наполняется, и все уносится в море. Вся вода, которая идет с гор, идет по реке в море. Соединяясь с такой красотой, ты становишься свободным, полон сил, вдохновения, внутреннего покоя и затаенной радости в душе. Каждый раз природа открывается по-своему. Что ждет нас сегодня? Какие сюрпризы? Красота живой природы открывается взору путника своей величественной силой к жизни. Каждая травинка, дерево, кустарник индивидуальны, по-своему красивы, что в целом создает гармонию. Поэтому человек, глядя на такую красоту, восхищается. Ландшафт, конечно, здесь поменялся. За год река изменила здесь свое дно. Вот за моей спиной здесь был птичий рай. Там была вот полынья такая, глубокая-глубокая. Сейчас все сравнялось, и уже глубина не та. Поблизости кулик.
это снимать. При приближении человека кулик затаился и спрятался за камушки. Если птица не двигается, то ее практически невозможно увидеть. Но с холерическим характером птице сложно сидеть на месте, и она начинает действовать. А человеку кажется, что птица ищет корм. Но птица обеспокоена другим, приближением неизвестного к ее территории. А это уже непрошенные гости. Кто бы это ни был, птицы все равно. А по реке ходят как животные, так и люди. Так как это самый безопасный путь к морю. Для человека беспокойство птицы действует слегка раздражительно. Вероятно, также и для животных. Так как если на территорию птицы попадает животное, то птица ведет себя точно так же. И животное понимает, что оно увидено и подойти к птице неожиданно уже не получится. Животное покидает место, так как оно разоблачено. Если животное на охоте. Но бывает, что животные проходят мимо, не обращая внимания на беспокойство птицы. Так ведут себя собаки, которые идут по своим делам. Люди ведут себя так же, если это не фотограф. И орнитологи, изучающие птиц. В таком случае они задерживаются понаблюдать за поведением таких красивых птиц. Птица красивая, с сереньким, серо-коричневым сюртучком, с элегантным черным ободком, типа шарфика, с коричневой шапочкой и с белоснежным туловищем. На тонких ножичках. Питается насекомыми, которых здесь много, так как у ручья, у воды влага, камни, и под камнями очень много насекомых. Весной, летом, осенью корма вдоволь. А также в воде плавают мелкие рачки, которыми кулик с удовольствием питается. Thank you.
фотограф, абсолютно не двигаясь, снимает птицу. Но птице этого недостаточно, так как опасность присутствует и никуда не уходит. Поэтому ее беспокойство обосновано. Что же она будет делать дальше? Ведь опасности-то нет. Так рассуждает человек. Но, похоже, у птицы на это свое суждение. Ведь человек не знает, где находится гнездо, а птица знает, поэтому и беспокоится. Что-то происходит с птицей. Неужели зацепилась за что-то? На дне реки бывают и проволока, и леска, и нитки, унесенные течением. Со дворов жителей поселка. Что же с ней случилось? Солнце очень сильное, но это для человека, так как он находится повыше, и тепло, жар от камней поднимается наверх. Но птица находится гораздо ниже, и там больше прохлады, так как под камнями земля, которая еще не нагрелась. Но дело, похоже, не в этом. Сейчас кулик. Видимо, здесь где-то гнездо неподалеку. Притворялся, что крылышки раненые. И так искусно притворялся. Самочка, скорее всего. И крылышки показывает, что сломанные оба крылышка. И так покажет, и так покажет. И беспокоится, и пищит. Но никто за ней не пошел. Так она и улетела обратно. Специально подпускала близко, чтобы увести от гнезда. Мудрые птички. Зимородок пролетел. Вот и получается, что каждый раз, когда выходишь на природу, не всегда выходишь, а именно тогда, когда тянет уже тебя. И вот что-то новенькое обязательно появляется. Вот кулик, откуда он здесь взялся? Один. Больше никаких звуков нету, только одинокий вот его звук. Трясогузки, зимородки летают в тишине, а тут вот он, видимо, я к гнезду подошел поближе, и он стал уводить меня.